Всем привет, друзья, коллеги, подписчики. По просьбе одного из подписчиков сниму более подробный обзор своего станочка для снятия фаски. Так как человеку понравился этот станок, он обратился в магазин, как я понял с его слов, дабы купить торцовку, циркулярку эту ручную и сделать такой же станок. Но ему в магазине сказали, что это все Филькина грамота, такого быть не может, туда вы никакой диск такой не вставите. Так вот он выглядит изнутри. Прикручен к станине обычными черными саморезами. Фирма Борт. 4500 оборотов в минуту. 1200 ватт. Так, дальше. Ну, угол задается винтами стандартными, которые здесь есть в комплекте. И угол, и глубину реза все этими винтами можно. Вот так вот просто он как бы отодвигается. Дальше. Дальше снимем диск. Так. Если будет немножко что-то бегать, извиняюсь, потому что одной рукой, так, в другую сторону, одной рукой не очень удобно и снимать, и держать, и показывать. Стандартный, по-моему, диск к этой пиле по дереву, когда шел, 125-й. В данный момент стоит, с учетом того, что он уже стерся, стоял 150-й диск. Вот, если кто поймет, что за название диска, название фирмы, я бы посоветовал такие покупать. Потому что я вот его купил еще в том году, и до сих пор я им режу. То есть это я уже не знаю, сколько я кирпичей им перерезал. Единственное, что он стесался был на одну сторону, чтобы его не выбрасывать, я просто перевернул на другую сторону и сейчас режу другой стороной. Диск на 150. Это первое. Второе, если вдруг уж прям кому-то даже 150-го диска будет мало, можно сделать следующее. Так, гвоздик. Нужно будет как-то мне так показать, чтобы все было видно. Так, сейчас сниму стопорное кольцо и продолжу. Потому что вот здесь вот есть стопорное колечко, которое держит вот эту вот крышку. Поэтому сейчас я сниму стопорное кольцо и продолжим. Снимается кольцо, в принципе, легко. Оно как бы накручено, как с пружинка, поэтому снять его не составит особо никаких трудов. В принципе, вот и все, кольцо мы сняли. Смотрим, кольцо мы сняли, снимаем. Так, что с камерой? Фокус, где фокус? Вот, снимаем вот эту вот крышку, которая не нужна. Повторяю, это для тех, кому 150-го диска будет мало. Интересно, а на самом написано, какой использовать диск? Нет, не написано. Так, где там? Так, это 125-й. Нам он не нужен. Берем. Сто восьмидесятый. Надеваем шайбу. Так, кольцо. Надеваем колечко. И одеваем. Так, как бы сейчас опять-то одной рукой. Не очень удобно. И одеваем
180 диск. Также его поджимаем. Ну, я уже не буду особо сильно зажимать. Мне это для того, чтобы показать. И все. Опять же, мы его заглубляем туда, сколько нам нужно. Ну, мне как бы пользоваться 180-м особо не для чего. Поэтому я работаю 150-м. Ну, все, все разбирается, собирается в обратной последовательности. Поэтому ничего как бы здесь сложного нет. Ну, надеюсь, я ответил на вопрос своего подписчика. Если будут какие-то еще вопросы, задавайте. Всем всего хорошего.